Закончились святки, а завтра крещение Господня. Морозная ночь, много снега лежит во дворе. Крещенский сочельник пришел к православным сегодня. Два праздника вместе, в холодном собрав январе. До первой звезды только зерна пшеницы и риса. Гореть будет в церкви на праздник большая свеча. Но Бог нам прощает всегда на земле компромиссы, ведь праздник крещения мы будем с тобою встречать. Особую роль занимает вода в этот праздник, чудесные свойства известны всем много веков. Нам душу и тело спасет в ситуациях разных святая вода, Божий дар от проблем и грехов. С праздником всех благ!